растечется, сам истечется, пока не секутся. А это никто не понимает, не знает. Окошечку нам заказывают, ответ. А потом просили них, такая сякая. Так оно и будет еще это. Эх, боже мой, милый, как тяжело потерять и работать вот эту 8 тысяч. Поэтому никто не берет на эту профессию. Вы Володе дадите один раз в неделю? Володе нет, не дам. Молоко пьете, а Володе не дам. Ну молоко так. У нас весной хорошо. Три мужика, вы не дадите ни одного. А у меня один вот помощник Исаакий. Я тоже с ним работаю, поэтому вынуждена пасти Анфиса. А почему Володю? Именно вопрос. Почему не? Нет, не потому дали? Что мы когда разговаривали весной, что. Себе сидит пас сколько раз. Дайте Володе. Да вы никого не даете никогда. Нет, неправда. Ну как? Неправда. Ну дайте. Мы уже договорились. В прошлый раз. Ну как? Она хочет объяснить, почему именно Володю. Послушайте. Ну я не знаю. Завтра все трое выезжают к отчиму. Позвонил Алексей Семенович. У него 7 кубометров дробь, я отдал сразу же, а вот я не даю. А претензии не обоснованы. Нет, нам надо, чем больше народу будет, тем лучше. Может, вы двоих дадите нам. Я говорю, на завтра конкретно. Не на завтра. Я позвонил, всех троих отдал сразу. Со следующего понедельника, 3 сентября, начинается круг новый, детей не будет, и нужны пастухи. Володя никуда не на шаг. У нас столько все соображает, а любой. А они остаются, что ли? Нет, мы уезжаем. Когда? 31-го. Берите их, пожалуйста. Берите. А давайте, мы 31-го уезжаем. Я даже не знал, что это уезжает. Вот как. Я же каждый год 1 сентября. Я думаю, хотя бы нам в сентябрь продержаться, а в октябре там уже будем подержать. Хотя бы сентябрь один. Виталия берите, вот здесь был и испарился. Виталию это надо, не надо ничего. Ваши коровы. Вот такой. Вот, вот так, нет, ну вот берите вот это. Илья Анатольевна, вы график составите, все. Ну а кто? Значит, Иосиф, Алексей, Дина строят с коровами. Я и у меня еще трое варла. Ну 5 человек. Если бы Володя был, уже было бы 6. Ребята в доме тоже, Алексей, 4 мужика. Ну вот. Ну уже ровно. Потом этот вопрос утрясите насчет Володи, а так все нет, понятно. Правильно, да? Молоко и нет, а почти нет. Нет, ну он весной хорошо нас выручил. А у кого лишнее? У кого лишнее? Тебя вообще нет, того нет. Встаем.